А, бежит, бежит, ребята за мной бегут. Вау, зомби повесились на мою машину. Как же их сбить отсюда? Ай-яй-яй-яй. А, все, понял, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, зомби. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы с вами будем играть вот в такую замечательную игру под названием Zombie Squad. Что в переводе означает «команда зомби» или «зомби-команда». Ну что ж, давайте, собственно, пройдем. Так, игра у нас, сразу повторюсь, взломанная. У нас денег куча, мы можем покупать, что мы хотим. Полностью улучшать автомобиль, какой и любой автомобиль можем выбрать. Ребята, смотрите, какой у нас катафалк со скелетом просто впереди. Круто, не правда ли? Скелет прямо впереди. Так, следующая машина такая, такая, «Хаммер». Такая, комбайн. Опа, лыжи, вы видели, ребята? Посмотрите, на лыжах я на каком-то снегоходе. Вот Мустанг, вот Мерседес какой-то. Тут у нас BMW даже есть, Ламборджини. Тут, ого, вот это танк, ничего себе. Такая машина, такая. Вот давайте на катафалке. Вот я давно хотел прокататься на катафалке, так что давайте. Так, так. Да. Урон. А, это мы можем купить. Да, у нас денег очень куча. Мы можем сразу увеличить автомобиль в разных таких штуках. Короче, сейчас я вам покажу, как это все делается. Так, все, есть. Ага, вот, все, мы его улучшили. Берем следующий. Так. И дальше мы видим, так, выбираем миссию. Так, это я уже играл, эти миссии. Можно так, чтобы взять новую миссию и прокататься. Так, нам нужно сделать. Достичь 1000 метров, чтобы разблокировать следующую миссию. Сбить 5 зомби. Сбить 8 зомби. Сбить 12 зомби. Ага, 3 звезды, чтобы 12 зомби нам надо сбить, чтобы... Ребята, посмотрите, у нас вся машина в скелетах. Реально. Реально. Вау, ту-ту-ту-ту-ту. Ого, мы подбили зомби. Опа, один есть, опа. А, бежит, бежит, ребята за мной бегут. Вау, зомби повесились на мою машину. Как же их сбить отсюда? Ай-яй-яй-яй. А, все, понял, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, зомби. Таран, таран, с машиной получился. Вот автобус, так, все, тех просто зомби надо... Ух, и они живучие какие. Прям, короче, такие колбасные. Так, ну что, давайте, ребята, так, заново. Только я так проехать 600 метров, не подобрав зомби. А, теперь надо нам расстреливать их, чтобы они... Или сбивать, ну, короче, нельзя подбирать нам их. То есть, чтобы они одни, чтобы они... А, что же я опять же набрал их, нельзя их как-либо скинуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, врезались, врезались. Хочешь воскреснуть? Оплати 5000. Да легко, все, оплатили мы. Ну что ж, давайте на катафалке на нашем поедем, который возит мертвецов, ходячих зомбаков. Ой-ой-ой-ой-ой, зомбак, зомбак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разбили мы катафалки и перевернулись на нем. Оплати 10 тысяч. Смотри видео. Нет, не хочу я. Не хочу я воскреснуть. Конец игры назад. Так, я хочу выбрать другой автомобиль. Так. Это у нас такой автомобиль. Что это с ним? Это он не загрузился, что ли? Так. Хочу покататься на вот этих лыжах. Ребята, круто. Так, а мы тут можем менять пушку, да? Ого, пулемет. Давайте пулемет возьмем. Ну что ж, поехали. Так, какая там у нас уже миссия? Что это такое за ракетомобиль у нас? Ого, на лыжах, ребята. Ого! Посмотрите, как я зомби всех вырубаю. Прямо, смотрите, вау, вот эта скорость. Набираю скорость и прямо зомбаков всех перемачиваю. Теперь зомби ко мне не прицепятся. А нет, прицепил. Ах ты ж, мы тебя сейчас сбросим быстро отсюда. Ой-о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 й. Осталось еще немножко. Так. Ох, задрифтовали. Даже немножко задрифтовали. Так, ребятки, у нас осталось
хочу. Я не впечатлил меня этот ракетомобиль. Давайте выберем другой автомобиль и давайте на Мерседесе погоняем. Или лучше на Ламборджини давайте. Давайте вот на Ламборджини, она сможет по-любому. Так, давайте какую-то возьмем. О, огнемет, ребята! Огнемет, я хочу огнем пострелять. Так что давайте постреляем огнем. Ну что ж, давайте. Ох, всех сожгу. Ого, я вам скажу, Ламборджини гонит таки нормально. Люблю играть во взломанные игры, уже все открыто, не нужно часами вот это проходить, открывать какие-то отдельные трассы жизни, автомобили, зарабатывать деньги. Все это долго и нудно. Я уже люблю скачать взломанную игрулю и в нее, собственно, и поиграть. Так, ребята, вот это мы так быстро с вами уже доехали. Ну что ж, давайте следующий уровень возьмем. Еще раз проедемся. Мне понравилось это точило. На ней можно разогнать бешеную скорость. А, зомби едят мою машину. А, я врезался. Вау, плати 5000 и езжай дальше. Давайте заплатим 5000 и поехали дальше. Ну что ж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну как так? Не хочу я уже оплачивать. У меня уже я жадный. Денег у меня уже мало. Так что... Поедем дальше. Так. Назад, назад. Так, возвращаемся в наш магазин. О, беру вот этот танк. Только вместо огнемета берем вот эту дезингератор какой-то, короче. Там что-то он умеет делать. Я, правда, не знаю, что. Но сейчас мы попробуем пройти 10-ю миссию. Ого, это, ребята, что-то огромное просто. Тьфу-тьфу-тьфу, а чем же я стреляю? Какими-то... Я думал, это водяной пистолет. Стреляю какими-то молниями, которые зомби пытаются убить, но не могут. Вау. Газу, газу, газу. Давай, малыш. Ребята, хочу напомнить, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте это. И будете моими друзьями. И будем с вами вечно гонять на таких крутых точилах и вышибать мозг этим зомбакам. Ого, ребята, вот это мы поставили нашу точилу на ДБ. Круто. Так, не хочу я. Давайте возьмем другую тачку. Катафалк брали. Хаммер. Комбайн. Давайте на Мерседесе прокатаемся. Только выберем оружие. Вот какую-то такую базуку. И поставим бесконечно и покатаемся. Так, пули. Ладно, играем. Все, мы на Мерседесе с вами. Ого, ребята, посмотрите, у нас ракетница какая стоит. А, зомби бежит. Я так боюсь, когда он бежит за мной. Оно так страшно, когда зомбак прям бежит сзади и пытается схватиться за твой автомобиль, чтобы просто-напросто... Короче, как вам, ребят, сказать? Чтобы просто съесть вас, не давать вашему автомобилю пробираться дальше, ехать дальше, чтобы вы выигрывали очень много призов различных. И зомбаки хотят этому, это чтобы у вас не произошло. Таким образом хотят вас остановить и съесть ваш автомобиль. А почему нельзя автобус подорвать, чтобы он, например, мне не мешал? Потому что наш Мерседес едет на огромной скорости. Вот какой-то мост. А будем давить за боков. На самом деле, я раньше уже играл в эту игру. Она довольно-таки замечательная, ребятки. И вы, если играли в эту игру, ставим палец вверх обязательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, врезались. Так, оплачиваем 5000 и продолжаем, ну, собственно, ехать. Ехать дальше. Так. Так, тихо-тихо-тихо. Зомбак идет. Еще хочу вас предупредить, если вы малыш какой-нибудь, то вам не стоит смотреть. А то вам будет страшно.
И ночью может вам присниться какой-нибудь зомбак. Так что если вы боитесь, то лучше, конечно, посмотрите другое видео на моем канале. Зомби не успевают цепляться, потому что у меня автомобиль настолько быстрый, они просто не успевают цепляться за него. Так. Вы слышите, как они рычат? Эти зомби рычат на всех. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Еще немножко осталось, ребятки, еще совсем чуть-чуть. Ну, мы даем. Вау, авария, авария, авария. Ну что ж, ребята. Ну что ж, дорогие друзья, кто еще не подписан на мой канал, обязательно это сделайте. Поставьте палец вверх, оставьте комментарий, я обязательно на него отвечу. Будьте моими друзьями. Ну что ж, ребята, до встречи в следующих видеороликах. Встретимся очень скоро. До встречи.